очень сильно захотелось вернуться в мою родную, уютную, теплую, хорошую кухню и приготовить что-нибудь вкусного для вас, для нас и для вас. Мы – это вы это мы. И что готовлю? Торт называется «Свекровь». Идея пришла от рецепта моей свекрови, от пирога, яблочного пирога. Чуточку изменила коржи, чуточку, но совершенно изменила начинку, и получился очень вкусный, отличный тортик. Сделаю маленькую порцию, потому что уже знаете, мы торт не кушаем, не то что диету соблюдаем, просто мы вот такие. Что же понадобится для рецепта? Делаю пол рецепта, но в описании напишу полный рецепт, не беспокойтесь. Что же понадобится? Масло понадобится комнатной температуры. Можете сделать миксером, но думаю, миксер не понадобится. Вот так вот, я так думаю. Добавлю немножко сахару и чуточку размешаю. Ничего, можно и торты иногда делать на глаз. Потом добавлю яйцо. По рецепту 2 яйца, 200 граммов масла. Я делаю все наполовину. Добавлю яйцо. У нас будет еще ванилин. Сейчас же добавлю. И что еще? Разрыхлитель будет. Соль, чуточку соли тоже добавлю сейчас. Мука тоже будет в рецепте. Еще в рецепте была сода и уксус. Столовая ложка уксуса и пол чайной ложки соды. Но не добавляю в этот раз. Почему не добавляю, не знаю. Не хочу. Духовку разогрела уже 180 градусов Цельсиус. И будем выпекать. Два коржа. Про начинку потом расскажу. Надо, чтобы сахар с маслом соединились. И подружились. И яйцо добавила. Тоже все ингредиенты комнатной температуры. Даже мука. И, кстати, те, кто хотят это сделать без глютеновой мукой, тоже можно. В описании напишу пропорции муки. 1,5 стакан. А с обычной мукой 2 стакана муки надо добавить. Это добавила. И добавляю муку. В этот раз решила, и хочу и вам посоветовать, можно совмещать хорошую, полезную муку в выпечках, особенно когда выпекаете такие, скажем, сухие коржи, печенье, то есть не бисквиты, да? И думаю сюда добавить немножко муки полбовой, свежемолотой, и остальное обычную муку добавлю. И не забываем про разрыхлителя, пусть будет. Все, это готово. Yay! Обрадовалась. Это strawberry cake. Yay! Strawberry это клубника. Like strawberry shortcake? No. Значит так. Беру свои маленькие формочки. В описании, то есть в ссылках поставлю. Сейчас сначала дайте измерю и вам скажу, сколько сантиметров. Эти очень удобные, кстати. Если хотите маленький тортик для маленького дня рождения, очень удобный размер. 20 сантиметров диаметр. So you're making two cakes? No, two layers. Такая масса получается для коржей. И разделяю на две части. Выпекаю где-то 20-25 минут. Сейчас, окей. Это для этого. И там у меня еще пергамент есть. Гораздо правильнее и удобнее сделать в другой форме, скажем, вот так вот, легче будет, да, работать. Но поскольку я уже намерилась сделать в таких формочках, продолжаю, не стесняюсь. Буду печь где-то 20-25 минут. И встретимся.
идем в центре. 20 минут поставлю, поскольку маленькие у меня слои. Сейчас здесь уберусь и принесу ингредиенты для начинки. Видите, как свободно уже разговариваю. Почти не путаюсь. Пока коржи выпекаются, быстро приготовим начинку. А для начинки понадобятся обычные сливки, лучше жирные сливки. И понадобятся любые не овощи, berries, ягоды, малина, черника, что предпочитаете. С клубникой очень вкусно. Ой, ребенок соскучился по маме. И что еще понадобится? Ванилин. Другой ребенок тоже соскучился. Ванилин понадобится. И немножко сахара. В рецепте напишу точные пропорции. И сейчас давайте сначала порежу клубнику, потому что здешние клубники особенно. Такие хорошие, упитанные клубники. Где мой нож? Окей. Где-то 250-300 граммов ягод понадобится. Мелко порежу. С малиной тоже вкусно будет. Mom, how are you gonna make that into like whipping cream? I'm gonna mix it in. Oh. Ему не терпится, он хочет попробовать взбитые сливки с клубникой. You wanna eat some? Sure. Sure does. No, actually, I thought you were like gonna do something. I'll close the sugar thing. Нам понадобится где-то 2 стакана сливок. Если хотите, чтобы начинка была такая обильная, можно и 2, немножко побольше 2 стаканов. О, как раз стакан у меня был. Окей. Это значит, не понадобится. Пусть ждет. Подслащиваем на вкус. И помните, что сладость у нас есть и в коржах. И потом глазурь будем делать. Так что не переборщите. Извиняюсь за это самое, за наглазывание. Все на глаз делаю. Немножко ванили туда добавим. Знаете, сюда еще добавляла желатин. 7 граммов желатина. Просто разбавьте с водой, с холодной водой. Не знаю у вас какой желатин. Здесь продают порошок желатина. Потом у вас сливки, как бы начинка, будет очень крепко стоять. Но мы не гонимся за крепкой начинкой, поэтому желатин добавлять не будем. Походу можно остановиться и попробовать на вкус. Очень хорошее. Очень хорошее сладкое. Взбиваем до крепких, до крепкой консистенции. Если не выпадает, значит готово. Это берем, это сохраняем для детей. Аркари, он очень хотел попробовать на вкус. Ай, тогда скаловать персны. Добавляю туда клубнику. И если хотите желатин тоже добавить. И, по-моему, есть что-то еще, которое укрепляет взбитые сливки. Здесь этого не продают. Или не, я не знаю, как это называется. Можете это добавить, чтобы сливки были крепкие. Только для этого. Хорошенько замешиваем. И наша начинка готова. И пойду за коржами. Коржи тоже готовы. Это в холодильник поставлю. Вы правы. You wanna try with strawberries? Алло? Он очень занят, не может отвечать, извиняюсь. You wanna try like this? With strawberries? Okay. Испекла коржи 28 минут. Как уже увидите, края такие красивые коричневые,
или золотые, значит готово. Сейчас дам несколько секунд посидеть или постоять. И уберу из противня. Можно пройтись этой штукой. Спатчула называется. Offset спатчула. Вау! Это можно еще раз использовать пергамент. That is a really flat cake. Говорит, какой плоский торт. It's not ready. Надо эти коржи остудить сначала, потом уже начинку добавлять. Так что опять ждем. О, пока ждем, глазурь приготовим. Вы правы. Какой глазурь я предпочитаю? Любой глазурь подойдет. Но я лично предпочитаю сделать глазурь из настоящего шоколада. Можно взять черный шоколад, молочный, какой предпочитаете. У меня semi sweet, полугорький. Беру шоколад и растапливаю на пару. Не знаю сейчас, сколько добавлю, такой вкусный глазурь получается. Можно просто так кушать. Ну, конечно, в рецепте напишу. Я уже забыла этот рецепт. Еще немножко сливок добавляю. Можно любое, и молоко тоже можно. Чуточку добавлю. И быстро растоплю. О, еще беру коньяк или ром. Очень вкусно. Столовая ложка, не обязательно, но на вкус такой хороший получается. И можно еще чуточку меда добавить, если хотите, чтобы сияющий был ваш глазурь. Или капельку, 2-3 капельки растительного масла. Это для блеска. Желатин тоже добавляют. Что хотят, то и добавляют. Еще немножко сливок туда. Можно чуточку. Я люблю крепкий глазурь. Можно уже выключить. Как уже капельки шоколадной капли не видно, ваш глазурь почти готов. И осторожно, так не делайте, можете руки обжечь. Удаляем от кастрюли, добавляем немножко этой goodness, как перевести. Good — это хорошо. А goodness — это еще лучше. Видите, вот такой глазурь женского рода или мужского? Такой глазурь, такая глазурь. Мама, are you having chocolate? Yes. I like chocolate. Он говорит, я шоколад не люблю. Это не для тебя. I like chocolate. It's delicious, does. Yeah. Он ничего. Уже сияющий, видите? Но все равно пойду принесу немножко меду, добавлю. Почему бы и нет? Наш глазурь. Что хотим, то и добавляем. Немножечко. Мы хотим, чтобы наш глазурь блестел. Глазурь тоже готов. Коржи пока теплые. Немножко подождем, чтобы наши сливки не растопились. Почти доходим до финиша. Терпите, мои дорогие, терпите. И на вкус пробую. И очень нравится. Можно продолжать пробовать это. Наши коржи уже хорошенько простудились. Положила в морозильник на несколько минут, и все, все пришли в себя. И что же надо сделать? Думаю, я... Первый раз этот торт, скажу честно, делаю в круглой форме. И думаю, если хотим, чтобы у нас был такой perfect, идеальный торт, можно использовать такой offspring
Spring Form of Spring. Spring Form Pen называется. В ссылках поставлю. Очень удобно для таких тортов или для муссовых тортов тоже. Но можно даже без этого. Хаджан. I know, Хампери, ему очень понравились эти сливки. Сейчас думаю, хотим, чтобы у нас был такой хороший, красивый тортик. Да, это поместится. И по краям можно положить пергамент или есть такие специальные штуки, да-да, для тортопеков, не знаю, как называют, для pastry chefs. Можно это положить. Возьму чуточку клея сливочного. Что sweet sticks. Just in case, Торес. Это тоже сюда положу. И корж пойдет следующий. Я такой не мастер в этих телах. Это не моя любимая, это самая часть в этой жизни. Добавляю туда свои сливки. А котов нам Микки Чутес? You want some? To eat? Some what? Whipped cream. Yes! Вам дается, церковчутась. И вот уравниваем хорошенько. И следующий корж пойдет следующим. И вот эту гладкую часть поставлю вверх. Упс. Вот так нажму хорошенько и поставлю еще раз на несколько минут в холодильник. Пусть хорошенько прикрепляется. И потом уже глазурем посыплю и все, готово. Можно было подольше поставить, но мы спешим. Нам не терпится. Это удаляем, потом это тоже удаляем. И совершенно не обязательно таким образом. Даже если просто коржи друг друга соединить с друг другом, тоже хорошо получится. Не знаю, ровно или неровно, не имеет значения. Главное – глазурь. Чтобы глазурь сидел, чтобы костюмчик сидел. Видите, как просто, легко и свободно. И красиво, когда по краям течет, да, глазурь? Видите, какой насыщенный, твердый, красивый глазурь. Думаю, глазурь женского рода почему-то так сказала, насыщенный, красивый. Все это должно быть женского рода. Можно поставить немножко отдохнуть или фото сделать для Инстаграма, и потом уже можно порезать. О, клубнику в центр поставлю. Вы правы. Красиво-красиво. А клубнику можно, все это знают, да, веером. Порезать, скажем так. Это тоже не обязательно. Так вот, приоткрыть и прямо в центр. Пусть будет. Может, этим прикроем листья некрасивые этой клубники. Это лучше смотрится. Ага, можно сейчас сделать фото. Лучше, конечно, подождать немножко, чтобы хорошо все соединилось, как будто пропиталось крем с коржами. Но если у вас терпения нету, можете сразу порезать. И, надеюсь, получится хороший кусок, потому что пока коржи такие... твердые, хрустящие, да? Окей. Как будто получилось. Начинка хорошо видна. Ну, лучше, конечно же, подождать. Но, знаете, у нас времени нету ждать. В
в описании, то есть внизу напишу размер противня, в котором можно испечь. Арка, you wanna try the cake? Упс, видите, какие хрустящие пока. Скажи, очень вкусно. Come, you wanna try? На чапке? Давайте шоколад не люблю. Алька трамка, а мальчик, я не хочу. Because it's still fresh. Говорит, почему такой хрустящий, твердый? Надо было подождать, чтобы пропиталось. Но у мамы терпения нету. Эй-эй-эй! Не порти красоту. Мама, I want any chocolate. You don't want chocolate? Eat without chocolate. Он шоколад не любит. I want some. Вот такой вот тортик у нас. Торт свекровь. Торт свекровь. Как-то интересно, да, звучит. Но уже придумали, уже обратной дороги нету. Так что вы тоже приготовьте, попробуйте, надеюсь, понравится. Внизу поставлю ссылки на противень, на эту самую, на форму. Какие еще ссылки? Больше никаких ссылок, по-моему, не обещала ставить. Попробуйте, и всем приятного аппетита. Мама, get cake. Дети всегда это самое, дети, они дети. Ногу удали, а то меня уволят из этого канала. Hold on. И огромное спасибо за просмотр. Огромнейшее спасибо за хорошие, добрые слова. Всех любим, ценим, уважаем. А ребенок нетерпелив. Намова? Я? Главное, шефу понравилось. It's really crumbly. Yeah, you need to wait.